Да, это самый лучший канал на YouTube, если вы вдруг еще не поняли. Кнопка подписаться там внизу, если она вдруг у вас красного цвета. Кнопки красного цвета обычно только у... совсем нехороших людей. Кит, ты маму мам? Салам алейкум, ребят, с вами Шторм. Я начинаю играть на проекте Arizona RPU Winslow, а именно вести свой путь бомжа. Поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вам такая тема зайдет. Также не забывайте писать крутые комментарии. Все комментарии я читаю. Ну, в принципе, погнали. Итак, первым делом, ребят, я еду сейчас на грузчике, подзаработаем какой-то стартовый капитал, чтобы мы уже могли пойти там на ферму, либо шахту и заработать уже нормальные бабки. Итак, в принципе, я устроился, и сейчас будем таскать мешочки и посмотрим. Блять, меня убил какой-то черт, просто, я не знаю, просто. Это пиздец, ребят, и деньги мне еще не засчитали, я работал минут 10, это капец. Это полный капздец. Блять. Итак, ребят, прошло до хера времени, я уже на шахте, и, в принципе, сейчас будем здесь работать. Все, в принципе, погнали. Что-то я думал, что здесь 10 тысяч стоит кирка. Итак, все, я добываю, в принципе, руды, и, в принципе, будем добывать. Блять, да что это такое? Я умер, господи, ну, блядь, ну что за бред? Это пиздец. Блядь. Итак, я уже, в принципе, на ЦР, сейчас, в принципе, продадим это все. Так, вот, в принципе, тут, конечно, довольно все дешево, но, в принципе, первые деньги нам, в принципе, не помешают. Окей, в принципе, все продали, ребят, и сейчас куда-то пойдем работать. И, думаю, это на такси. Такси, ребят, я ловил 2 часа, ну, чуть меньше, блядь. Я ловил такси, сука, и Serial Close Connect. Блядь. Так, ребят, я вступил в Фому Шакур, поэтому можете сюда вступать, теперь я в ней. Итак, ребят, уже следующее утро я пришел... Короче, ребят, поработать на ферме, тут людей так-то мало. Ну да, блять, мало, пиздец мало, капец, вообще людей нет. Ну да. Блядь. Итак, ну я уже задолбался работать, людей прям дофига. И вот что я собирал, блять, за минут 7 нафиг. Ребят, это просто трэш. Ну смотрите, у меня уже есть 50 тысяч, это большие деньги на Винслоу. Так, ребят, дальше я вступил, короче, ну как вступил, подселился в дом в ПХ, взял вот этот вот квест, за который нам дают, а закончится деньги, подарки, талоны, золотые рулетки и серебряные рулетки. Постоял там где-то минут 30, ну потому что для квеста нужно, и выбил золотую рулетку. Золотую рулетку я продал за 105 тысяч. В принципе, неплохая. Ну, блять, можно было и за 150 продать. Ну, в принципе, так. Теперь я пришел опять на шахту и попробуем здесь опять подзаработать. Фух, и надеюсь, что уже не будет, как в прошлый раз. Ну что, ребят, я поработал, в принципе, минут 20, уже надоело. 29 камней и 11 металла заработал. Давайте здесь продадим камни. Я смотрю, здесь дороже, а то я в прошлый раз по 400 продал. Тут он скупает по 654. А металл потом продадим, короче, на ЦР. Как-то так. Ну что, ребят, я пришел на Аксиому пройти квесты и заработать семейные талоны. Не знаю, за сколько их пройду, короче. Ну, короче, я словил тачку, и поэтому сейчас попробуем поймать, ну, как поймать, пройти этот квестик. И посмотрим, сколько нам дадут. Итак, ребят, ну что, последний груз довез. И сейчас идем смотреть, сколько нам дадут талонов. Не гражданских, а семейных. Так, ну что, ребят, открываем инвентарь. 5 семейных талонов. Ну, в принципе, неплохо, неплохо, знаете, за один квест 5 семейку. Так, ребят, я на ЦР, давайте продадим семейный талон. По 3,5 тысячи, это капец дешево, ребят. Ну, деньги нужны нам реально стартовые. Потом будем продавать их, конечно, дороже. Ну что, ребят, как-то так, ребят. Вот такой вот, в принципе, ролик получился. Вот такой вот, в принципе, будь бомжа получился. Не знаю, зайдет вам такая тема или нет. Если да, то поддержите этот ролик лайком. Это было такое, в принципе... Давайте так, если вы реально хотите продолжение, то давайте наберем 100 лайков, и я сниму для вас вторую часть. Поэтому давайте так, 100 лайков, я снимаю вторую часть. Ну а с вами был Шторм, всем спасибо за просмотр, и самое главное, наверное, что я вам пожелаю, это удачи, потому что удача в сампе реально пригодится.